Добрый день, дорогие огородники и садоводы! С вами Светлана обо всем. Вот хочу показать, как я дальше выращиваю пепину. Первая часть у меня есть, как я купила саженцы готовые. И вот что с ними, как они выросли за это время. Так, что хочу сказать, что я не знаю, что с ними. Они у меня как-то болеют, эти саженцы. Вот смотрите, вот он такой стал. Вот листики. Вот веточка растет хорошо. Вот веточки хорошо растут. Но они вот потом вянут и вот опадают. Вот голая ветка. Так самое и здесь. Вот, и маленькие вот желтеют. Я не знаю, что я не брызгала и поливала какими-то удобрениями. Вот это такое происходит. Пишите в комментариях, подсказывайте. И вот второй саженец. Такой самый. Сейчас где-то моя. Вот. Вот смотрите. Вот веточка длинная растет, но все, вот подпадали они все. Листики. Даже маленькие. Вот маленькие. И то вот желтеют. И вот верхушечка, смотрите, и то вот листик, и вот он вот такой вот. Или какая-то болезнь. Или что это? Ну, короче, что еще? Да, здесь было пепин надо выращивать, чтобы было само больше 3 стволика. Вот у меня я здесь. 1, 2, 3. У меня было здесь больше. Я обломала. И вот теперь выращиваю. Вот покажу, как я пепина. Вот отросточками отломала верхушечки. Оно у меня сильно ветвистое стало. А его надо вести 3 ствола. И вот от этого маленького, смотрите. Попробую показать. Может, видно. Где же оно сейчас? Вот, смотрите. Видите, вот маленькие корешочки. Вот здесь вот. Вот, да, всего-то уже появляются. Я думаю, это потому, что близко возле начала веточки, возле листиков. Это вот подлиннее, что я вот срезала. Вообще нигде ничего нет. Поэтому я немедленно сейчас отрежу вот так веточку. Водичку я накапала, ростконцентрат, такая коричневая. Вот смотрите, эти маленькие 2 тоже пустили корешки. И сейчас посадим землю их. Очень хорошо укореняется. Один тот, что я посадила раньше. Сейчас покажу. Вот смотрите, какой растет нормально. Это ему неделька уже. Вот смотрите, и вот даже видно. Вот, интересно, видно. Вот, уже прям маленький, очень хорошо укореняется. Там корешок маленький. Вот беленький, ага, выше. Так что можно садить. Ну, попробую еще. Теперь мы посадим эти корешки. Это тоже где-то стояло, где-то стоит, недельку где-то стоит. Когда были длинненькие, корешки плохо росли. Так, ну что, будем садить. Мы вот 2 приготовила таких горшочка. Проделаем дырочку поглубже. Видно, корни пускают хорошо. Мы по самые листики его опустим. Землю я хорошо пролила фитоспорином. Проковыряли. Вот беру туда и опускаю. А ну. И сейчас еще раз пролью. Вот. Наверное, пролью марганцовочкой. Фитоспорином пролила. Теперь марганец разведу. Такой, чтобы был хорошо розовый. Не бледненький. И залью. О, как корни шикарно опускают вообще. И такие корешки такие толстенькие, хорошие. Вот сюда вот засовываю. О, под самые листики. И теперь присыпаю. Сейчас досыплю земли повыше и хорошо залью марганцовочкой. Так что что-то вырастет. Или те, или эти. Пепина вырастет. Посмотрим. Ну все, будем наблюдать за ними дальше. Всем пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!